Октябрьскую РВД. Очень много людей лежат штабелями. Видишь, и как свиньями обращаются, ногой били. Их бьют и издеваются. Никого же сюда не пускают, уже подзакрываются. Ты видишь, как лежат сволочи, это и потом белорусский народ. Ты видишь, что творится? Может, одну с балкона не увидят? Иди, может, на балкон. Не надо на балкон точно вылазить. Ну, правильно, мне с моих окон не видно, потому что у меня другой ракурс. Да, да. А тут видишь как? Они сегодня всю ночь. Я же наблюдала все это. Я Насте звонила, говорю, что это вообще робится. Ты видишь, как со скотами. Ой, бля. Это только у нас, а так во всех отделениях. Ну, и маски не снимают, вот видишь, вот эти темы. И вот там по одному заводят, потом туда вот.